Почта России будет работать быстрее. Минкомсвязи на своем сайте опубликовала план модернизации компании до 2018 года. Максимальный срок доставки почтовых отправлений между любыми населенными пунктами России хотят сократить до 10 дней. Между городами до 5, а в пределах одного населенного пункта до 2 дней. Однако есть оговорка, что в случае транспортных проблем или из-за плохих погодных условий, почтовый оператор может эти сроки нарушать. Минкомсвязь надеется, что модернизация поможет улучшить имидж Почты России. Ее работа и по данным министерства довольны менее 15% россиян. Напомню, что в апреле после скандала с почтовым затором в московских аэропортах у Почты России сменилось руководство. В отставку отправили гендиректора компании Александра Киселева. На его место пришел экс-глава оператора Теле2 Россия Дмитрий Страшнов.